Adlerini.
Там еще кто-то.
Алло. Так. Хан, ну так же не будет станция, да, Хабиб Калис? У нас хорошая погода. Эй, он прям мечтал о нас. Через 3 дня.
меня может дождь закончится. Где? И красная села, красная села, меня. Кирайся. Надо что-то. Пока, встречай. Все, мне трубочку уже отдал. Потому что здесь какая-то станция неинтересная смотрит. Почему у нас недоступно? Едем в город, короче, ну, вот. Нет, смотри, мне околит телефон. Ну, как бы, монета, лампочки, куда-то. Ну, вот, который ты сейчас звонишь. Я тоже включилась. С того роминг сейчас начался, мне денег хватает и все. Хоть ты звонишь, хоть кто. Поэтому звони на МТС. Вот из третьей достанции стоит Могоч, что ли? Что там еще? Могоч. А ты что, уже не на работе? Кащик. Кировщик. Кировщик. А? Сегодня нет. А что у тебя сегодня? А сегодня суббота? Виктор, спасибо. Маша, руи трофи. Делать тебе нечего. А я вам даже сказал. Я сегодня в одном хуле плыть и буду две недели не спал. Хочу спать. Ну, ты сейчас дома или куда пошел? Это мне нужно. Ты Наташа был? С кем ты там стоишь? Наташа, за 9 не будешь. Работа. Ну ты давай там не очень этим делом увлекайся, понял? Ну давай, да никуда не шляйся, домой еду. Знаю. На маме хоть сколько тебе будет, хоть 70, все равно ты для меня ребенок меньше Марика. Мне все равно сколько тебе лет, понятно? Ну, так. Как бы я решение принимаю лично сам. Так я понимаю. Да подожди, вот у тебя ребятишки растут, тут Кристинке уже 19, она тоже может тебе сказать, папа, сколько мне лет, да? А ты же все равно где-то что-то говоришь. Решение я за нее принимаю. Ну вот, видишь. Так же и здесь. Я могу свое слово вставить еще, пока. 18:40 ты ей даешь. Ты как Витя уже говоришь, когда 20, разница это большая, а когда 40, разница очень маленькая. Ну ладненько, что, давайте едем. Ну давайте, перезвоним. Давай. Давай.
ты громко наорёшь? Да. Прямо в ухо. Ну? А он куда идёт? А он куда идёт? А где он? Ничего себе. А? Чё? Чё мы? Деньги слетели. Сколько? Мы теперь не сможем. Когда электрические все отключаешь. Включаем, ни с кем не будем. Денег запить. Смотри, вот какая станция. Дизель из Хоктра. Он видел вот такую маленькую яичку, да? Шеечка большая. Чего хочешь? Как хренку. Начало строительства сняли. Манимун он еще есть. Ходяй, где же на ус? Чудо легко, да? И ему он сюда, где и не надо. Чудо легко, да? Сейчас я говорю, что ты вопрос читаю, что я хочу. Собака сыграет.
Стой. Такие вагоны чему прицеплены? Эти прицепи или этим большим колесами? Еще вагоны маленькие, а вот этих вагон очень большие. Слышно, что сказали? Будет легко посад. Товарищ, тут тендерсин. Так сходим, так сходим, не сюда.
О, здесь охлоп тоже можно. О, здесь охлоп жару. Другой маскат, храм не убили. Бердик сол отрыгня. Бердик беру. Қалан. Сайын бұш тұңғып қой зейін. Бейл, бейл, бейлері, нәстәрін өлері өзін өкілер. Түгден оған дейін. Қапусалар ғандың көндір. Қапуса ғандың көндір. Thank you.
беш. Я бы сегодня гулял, говорю, что я гулял, где я стал оптером, да? Алло, ты? Недорого, ты
тихе, на ты на тренде. Оксана, ты мать? Оксана. Ай. Оксана, ты мать, Оксана. Эти лейда колнен вавру, вот как видим. Четвертый час. Мимен. Это 50% скидка. Ну что, понах ты гривенчик? Иди домой, иди домой. Сейчас, хайда син. Сказал, да. Тоже, тоже там дойдем, трехим. Начина. Тети. Снап. Снап ты. Валя ты сама. Кайда, леди.